Беспомощных стариков обирают до нитки. 92-летней пенсионерке позвонил мошенник. Представился племянником, попавшим в ДТП. Попросил денег откупиться. Не дав женщине опомниться, звонок якобы следователя. Дай денег, за мной дело. Парень-то вроде хороший, садить его не хочется. У меня 60 тысяч есть, 120 надо. Я говорю, 50 дам еще. Вот, все. Елена Владимировна. Мошенник позвонил ночью. Представился сотрудником службы безопасности банка. Сообщил, с вашего счета неизвестный снимает деньги. Пока вы будете спать, у вас вообще ноль будет. Нас так напугали, думаю, боже мой, кошмар какой. Ну, в общем, уже теряешься. 350 миллионов рублей жители Красноярского края отдали мошенникам в 2019 году. Полицейские возбудили 8 тысяч уголовных дел. Защити близких от обмана. Расскажи о мошенниках. Не дай старикам стать жертвами преступного цинизма.